Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 19 июня, воскресенье. Мы находимся в парке Сокольники, съемочной группы канала «Смирнов Борис», катается на роликах. Ну а сейчас мы находимся, вот тоже можно сказать, у скульптурной композиции или у памятника, который называется «Любовь и голуби». «Любовь и голуби» был такой снят давние запамятные года, фильм такой так и назывался «Любовь и голуби». А вот здесь, в Сокольниках, есть скульптурная композиция, которая так и называется «Любовь и голуби». Вот эта скульптурная композиция «Любовь и голуби», огромная надпись «Любовь». В Москве еще на башне окон на высоте там около 350 метров тоже есть жизнеутверждающая надпись. Кто там не был, сходите. Там она гласит: выше только любовь, на высоте 350 метров. А вот здесь в Сокольниках культурная композиция «Любовь и голуби». Посмотрите еще раз. А почему же любовь и почему же голуби? Ну а вообще там в метрах 20 отсюда вообще-то находится зоопарк небольшой, который, ну, по крайней мере, раньше функционировал в парке Сокольники. Функционирует сейчас или нет, не знаю. YouTube-канал «Смирнов Борис» прощается с вами. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!